Здравствуйте, дорогие друзья! Из этого видео вы узнаете, как найти справочную информацию по поиску в Google, которая пригодится для быстрого поиска в интернет. О том, что это не совсем просто, вы сами убедитесь через несколько секунд. Справочная система по поиску в Google очень обширная, разветвленная, но для быстрого поиска нам нужно найти всего 4 страницы. Это справочный центр веб-поиск. Как пользоваться поиском в Google, пунктуация, символы и операторы поиска и расширенный поиск. На главной странице Google непонятно, где искать справочную систему. Попробуем найти ее в разделе «Все о Google». Очень интересный раздел «Все о Google», но справки в нем нет. Поэтому возвращаемся на главную страницу и пытаемся найти справку в других местах. Будем искать справку в разделе «Сервисы Google. Поиск». Но это оказывается тоже безрезультатно. Для того, чтобы найти справку, необходимо нажать на кнопочку «Еще», затем «Другие сервисы Google» и теперь уже нажать на кнопку «Веб-поиск». Но если вы думаете, что мы достигли своей цели, то вы глубоко ошибаетесь. Рано нам радоваться. Здесь мы обнаруживаем фильм о поиске. Но в нем мало полезного для быстрого поиска с Google. Вы можете скачать этот фильм, он на английском языке, но титры русские. Но, как я уже сказал, для быстрого поиска здесь мало чего интересного. Поэтому будем дальше искать необходимые нам страницы. Для этого нажимаем на слово «Справка» и попадаем в справочный центр «Веб-поиск». Но в нем тоже не все так просто. Для того, чтобы найти страницу «Как пользоваться Google», надо зайти во вкладку «Основные сведения». Здесь мы наконец находим две из интересующих нас страниц «Как пользоваться поиском в Google» и «Пунктуация, символы и операторы поиска». Ура! Осталось найти только одну страницу «Расширенный поиск». Она находится в соседнем разделе «Функции поиска». Итак, теперь вы знаете, какие разделы справочной системы Google необходимы для быстрого поиска информации. Более подробно мы познакомимся с ними в следующих видеолекциях.